Все больше водителей автограда подумывают о том, чтобы сменить резину зимней на летнюю. Но есть такие, кто вообще решил переходить на пеший образ жизни. А в крайнем случае воспользоваться трамваем, поскольку транспорт, который передвигается по асфальту, местами уже и не может, собственно говоря, передвигаться. Новые тому доказательства в нашем юбилейном 10-м выпуске рубрики «Весенние дороги». Сегодня под прицелом наших телекамер дороги 28, 29 и 30 комплексов. Центральным проспектом, что по периметру этого квартала, отдаем должное. Выглядит неплохо. А вот местные проезды... Минстрой Республики подвел итоги конкурса «Название самого благоустроенного города» по итогам 2015-го. И набережные Челны в нем заняли второе место. А вот отдельно взятое предприятие «Автодорог» в номинации «Лучшее предприятие по благоустройству» получили победу. Давайте проедемся по дорогам победителей. Видимо, все силы предприятия «Автодорог» брошены именно на благоустройство, но не на дороге. Так как даже находящийся в хорошем по нынешним меркам состоянии местный проезд на проспекте Мира весь испещрен ямами. Многие из них еще можно как-то объехать, но не все, что отметила и встреченная нами во время съемок коллега по службе новостей. Она пока в отпуске по уходу за ребенком. Как автолюбитель со стажем, я, конечно, в шоке, потому что я... Наверное, за 10 лет впервые вижу такое ужасное состояние наших дорог, особенно по бульвару Камала, по местным проездам. Проехать вообще невозможно. Да, кроме новых проспектов, где отремонтировались УМБК и Мир, может, когда дорог больше нигде нету. Вроде главные проспекты Московский, Челман, но на самом деле там одни трещины, одни ямы, и ну, тяжело. На местной дороге Московского проспекта, помимо уже привычных колдобин глубиной в треть колеса, мы нашли натуральную царь-яму, проехав по которой водитель рискует получить инфаркт. Ну, я так полагаю, задом сдавать тут придется, тут вариантов вообще немного. Ну, вот если бы у меня был бы вот такой кроссовер, я бы проехал, а для обычных машин что-то дороги не предназначены, по-моему. Дороги, если честно, очень-очень отвратительные. Наш новый мэр не знает, где мы возьмем столько денег, чтобы залатать все наши местные дороги обязательно. Вроде основные дороги более-менее, кроме Московского, конечно, и Чулмана. Но местные дороги в отвратительном состоянии, если честно. О том, где город планирует взять деньги на ремонт и планирует ли, мы уже не раз интересовались у властей. Официальной информации, кроме данных о повсеместном ямочном ремонте и капитальном на промзоне и Чулмане, долгое время не было. Исполком города, как всегда, оказался не особо общительным и на наш официальный запрос ответил вот такой вот отпиской. Из этого письма следует, что на плановый период 2016-2017 года набережным Челнам будет выделено 5 миллионов рублей на содержание внутриквартальных дорог. Кроме того, 29 миллионов выделяется из дорожного муниципального фонда, еще 10 из собственного городского бюджета и на 18 миллионов рублей городской исполком рассчитывает от управляющих компаний. Но в письме, под которым подпись поставил начальник управления городского хозяйства Рафаэль Киямов, не обозначены ни сроки работ, ни места, подлежащие ремонту, ни то, как именно будут распределены суммы. Евгения Исаева, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.